Всем привет! Сегодня будет вторая часть об израильской косметике. В первой части мы с вами смотрели на уход. В этой части будет декоративная косметика. Здесь очень много всего интересного. Так что давайте начнем. Сперва мне хочется начать с такой марки израильского бренда декоративной косметики, который там очень популярен. Называется он Caroline. Simply Beautiful. К слову, у нас также эта марка представлена на мейкапе. Я видела там. Многие из этих продуктов там есть, не все, но все же представительство этой марки у нас также есть, и в свободной продаже можно его купить и заказать на сайте. Так что, в принципе, в какой-то степени видео будет полезно, потому что эта марка у нас также есть. И первое, что хочу вам показать, пожалуй, для меня лично самое интересное из всего этого, это будет вот такой нереально красивый набор помад. Да. Вот такой у нас здесь сет. В коробке сзади показаны все эти помады, все эти оттенки. Очень красивая коробка, очень здорово может подойти в плане подарка для кого-то, для любительницы макияжа. Внутри у нас 4 помады от бренда Caroline в разных, естественно, оттенках. Давайте сейчас посмотрим на содержимое. Очень красиво также это все смотрится и внутри. Каждая помада в отдельной картонной коробочке. Вот здесь вот сверху подписаны все оттенки. B15, P30, R22 и N40. Ну что ж, давайте поподробнее посмотрим на каждую помаду. Я вам близко покажу каждую помаду, swatch и посмотрим, какие же они. Здесь такой вот стильный, лаконичный, черный, глянцевый флакон. Открываются помады очень интересно, выталкиваются. Такая необычная здесь упаковка. И внутри сразу видно, на первый взгляд, такие кремовые помады. Оттенок B15 Plum Brown. Это очень красивый цвет. Во-первых, посмотрите, насколько вот это вот красиво там выбит символ бренда Caroline. И такой вот необычный с острым кончиком стик. Я такие раньше еще не встречала. Оттенок очень крутой, очень универсальный. Вы только посмотрите, насколько он красивый. Это тот оттенок, который подойдет абсолютно всем. Для меня он просто фаворит в этой гамме помад. Хотя, если честно, все оттенки мне понравились, но этот прям особенно. Он очень-очень красивый. Помада очень приятная, кремовая и действительно достойного качества. Поэтому очень рада, что имею такую возможность все эти помады протестировать, да еще и сразу 4 оттенка. Следующая помада – это оттенок P30. Называется он Clear Purple. Сразу понятно, здесь должен быть какой-то такой с фиолетовым подтоном цвет. Да, действительно, здесь такой, знаете, как его еще называют, трупный цвет. Такой вот очень красивый, с фиолетовым подтоном. Очень-очень даже красивый, необычный и трендовый цвет. Аромата, кстати, эти помады не имеют. Следующий оттенок очень яркий, это R22 Spicy Red, собственно, да, Spicy Red уже говорит сам за себя, что это должен быть какой-то действительно яркий красный цвет. Вот так вот он выглядит, он действительно яркий, он действительно такой, как красный перец. Цвет, я думаю, который должен быть абсолютно у каждой девушки, потому что красный это всегда очень здорово и всегда уместно для какого-то вечернего выхода, но многие используют красный цвет даже для дневного выхода, ничего такого я в этом не вижу, иногда это смотрится очень даже красиво и женственно. Вот поэтому здорово, что в этой линейке есть и красный оттенок, а не только нюдовые. И оттенок N40, Perfect Nude, собственно, нам здесь обещают идеальный нюд. И да, как же без нюдового оттенка? Чистый нюд, который всегда уместен, всегда нужен. Это действительно такой вот оттенок вашей кожи, ваши губы только лучше, как это называют. Действительно, очень красивый, очень приятный. Помада такая кремовая, очень комфортно, приятно носить ее на губах. В общем, действительно, я осталась всеми оттенками довольна, все они очень красивые, поэтому набор просто роскошный, правда.
Ну что ж, помады мы с вами посмотрели, но у нас впереди также еще немало интересного. Хочу показать еще один продукт от Caroline. Caroline Pro – это такая вот серия профессиональной косметики вот этого бренда. Это вот такой вот продукт. Очень была рада, когда я его увидела, когда я его получила. Это очень приятный подарок был. Shimmer and Glow. Давайте посмотрим. Здесь у нас внутри палетка. Очень красиво оформлена. Смотрите, такая вот белая глянцевая упаковка. Такой прочный, приятный пластик. Вот эту палетку я видела у нас на мейкапе. Она там, может быть, еще есть в продаже, может, уже нет. Я давно не смотрела, но видела, что она там была. В общем, здесь такое вот большое у нас зеркало и 4 просто шикарных оттенка. Как вы понимаете, это и румяна, и бронзер, и хайлайтеры. Сделаем с вами свотч и посмотрим. Здесь 2 таких вот теплых хайлайтера. Хотя, в принципе, я больше люблю холодные. Но такие вот теплые, они уместны для лета. Также здесь есть у нас вот такой вот золотистый. Насколько я понимаю, это то ли хайлайтер, то ли бронзер. И также, конечно же, здесь есть вот такой вот приятный розовый оттенок румян. Я думаю, что эта палетка, опять-таки, будет идеально подходящей на летнее время года, как мне кажется. Ну, по крайней мере, для меня, для моего оттенка кожи. В общем, да, просто шикарная палетка отличного качества. Но она, конечно, не бюджетная. В принципе, весь этот бренд, он не бюджетный. Что уж тут скрывать. В общем, поэтому раз не бюджетный, то и качество хочется соответствующего на эти деньги. А следующий продукт, это будет палетка теней. Я вам уже ее показывала в своем видео о моей коллекции палеток теней. Там она уже промелькнула. Но в покупках я вам ее не показывала. Собственно, вот, показываю. Вот такая вот палетка тоже от бренда Caroline Pro. Тоже она, если честно, не бюджетная. Сама бы я, наверное, ее не купила за такие деньги. Тем более здесь такое простое обычное оформление, такая обычная упаковка. Но при этом я так предполагаю, что хорошее качество. На веки я еще не наносила эти тени, только делала свотч, собственно, в этом видео тоже мы с вами это все посмотрим. Здесь у нас вот такая коробочка, внутри у нас вот такая упаковка, самая обычная, простая, глянцевая, черная, вот такая вот палитра оттенков. У меня это та, которая в таких вот фиолетово-розовых тонах. Там есть абсолютно разные оттенки этих палеток. Есть и в зеленой гамме, в коричневой гамме, в синей гамме. Вот у меня такая вот фиолетово-розовая. Такие вот здесь интересные оттенки, которые я, в принципе, люблю, в принципе, использую. Особенно розовые, я к ним неравнодушна, как считаю. Вот такой вот красивый здесь хайлайтер. Также здесь есть кисточка. С одной стороны она пушистая, с другой аппликатор. В общем, смотрится это все достойно. И рефилы все, они довольно-таки большие. То есть продукта здесь реально много. Ну, насколько я понимаю, тут опять-таки все на иврите сзади. Вроде бы 16 грамм, вроде бы, но утверждать не буду. Я нашла здесь цифру 16. Возможно, здесь 16 грамм. В общем, довольно-таки интересная палетка. Очень хочется ее протестировать и на веках. Здесь есть и матовые, и сатиновые оттенки. Так что посмотрим. И да, кстати, она называется Blue. Не знаю, почему Blue. Потому что ну, здесь больше такие вот фиолетово-розовые оттенки, но при этом ее назвали Blue. Ладно, пусть будет так. В общем, вот такая вот палеточка добавилась в мою коллекцию. Еще один продукт от бренда Caroline. Это будет тушь для ресниц. Она очень необычная, там очень необычная щеточка. И мне уже не терпится начать ее использовать. Bold Mascara. Она называется Mini Brush. То есть там реально мини-щеточка внутри для максимального эффекта. То есть считают, чем меньше щеточка, тем лучше эффект. Да, Caroline считает так. Давайте посмотрим. Она тоже здесь у нас в коробке. Тут, кстати, еще сзади ценник у меня остался. 69,90, это в шекелях, то есть тушь тоже абсолютно не бюджетная. Да, и здесь внутри такая маленькая щеточка, вы только посмотрите на это, я даже не знаю, как таким пользоваться. По-моему, у меня такие щеточки подобные раньше были в тушах, по-моему, от Yves Rocher, и действительно
вот эта вот маленькая щеточка, она творила прям чудеса. Шикарно делала ресницы, поэтому я думаю, что это будет делать так же. И в ближайшем будущем я ее возьму в использование. Уж очень мне хочется ее протестировать. И еще один продукт, который я вам покажу в этом видео, это уже будет не Caroline, это уже будет еще один не менее известный бренд декоративной израильской косметики. Это... как только его не называют, Джаде, Жаде, Джейд, в общем, я даже сама не знаю, как его называть, честно, как его обозвать, все говорят абсолютно по-разному, как правильно, если знаете, как точно правильно, то напишите. В общем, аббревиатура GD в данном случае, это у меня вот такие вот румяна. Тоже такая вот лаконичная, глянцевая, черная, маленькая упаковка. Этот бренд уже более бюджетный, нежели Caroline. Он тоже у нас продается, на том самом мейкапе видела. Idyllic Pure Silk Blush в оттенке 76 Tulip. Да. Тоже будет такой, видимо, оттенок тюльпана. А здесь у нас 3-4 грамма. Вот такая у нас здесь упаковка. Полностью крышка не откидывается. Здесь зеркало на всю крышечку. И вот такой вот здесь очень красивый оттенок румян. Действительно, очень приятные румяна. Сами по себе шелковистые. Такие вот матовые, приятные. Мне кажется, оттенок, который идеально подойдет на весну. Ну, собственно, тюльпаны, когда у нас цветут весной. Такой оттенок вот как раз для весны. Я думаю, что будет очень уместен. Хотя, в принципе, в любое время года, почему бы и нет, очень симпатично. Такой вот освежающий оттенок. Я такие оттенки очень люблю. Поэтому давно хотела протестировать этот бренд. И вот с помощью румян это сделаю. Очень здорово, что опять-таки имею такую возможность. Ну что ж, в этом видео это все. Вот такие у меня были новинки в декоративной косметике. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обе части вам понравились об израильской косметике. И очень мне уже не терпится начать все это использовать. Обязательно это все буду делать в ближайшем будущем. И, конечно же, потом вам рассказывать свое более детальное мнение уже после использования. Так что скоро увидимся в новых видео. Спасибо за просмотр и всем пока!